В середине августа перед поездкой в санаторий Сергей Харенко решил сделать прививку от коронавирусной инфекции. Об акции «Самара я привит» узнал из интернета. Вместе с женой зарегистрировался на портале samarayaprivit.rf и выиграл один из главных призов – ноутбук. Это все-таки очень большой бонус, так сказать. То есть человек, например, думает, надо привиться, не надо привиться. А тут раз – и есть розыгрыш, и есть шанс. Поэтому есть смысл проводить такие акции. Я считаю, что вакцинация, в общем-то, необходима. Потому что в мире творится такой бардак, поэтому лучше предохраниться. Акция «Самара я привит» проходила в два этапа. Всего в розыгрыше призов приняли участие 15 тысяч человек. Второй этап проходил с 26 июля по 31 августа. Для участия в акции было необходимо привиться однокомпонентной или вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции и зарегистрироваться на сайте samarayaprivit.rf. 15 тысяч людей, я думаю, что они были простимулированы на то, чтобы сделать прививку именно в этот период. Потому что, ну, конечно, я считаю, что люди бы и так сделали прививку, но это некий дополнительный бонус наша акция, которая некоторых, может быть, и ускорила, да, в решении для того, чтобы пойти и сделать прививку. Розыгрыш призов проводился по математической формуле, привязанной к курсу валют на текущую дату и номеру СНИЛС, который был указан при регистрации. Таким образом, победителями второго этапа акции стало 9 самарцев. Им вручили главные призы – телевизор, ноутбук и 7 смартфонов. Остальные 250 счастливчиков получат подарочные сертификаты на лекарства, медицинские услуги, билеты в развлекательные и спортивные центры города. Информация о победителях акции опубликована на сайте samarayaprivit.rf. Мария Илчан, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События.